Возможности интерактивной лаборатории ученикам зарубежных школ стали известны еще давно. Сегодня техника дошла и до нас. STEM-кабинет пользуется спросом в 7 образовательных учреждениях города. Установили оборудование и во 2-й среднеобразовательной школе. Проект презентовали акиму города Абату Шиныбекову. Оснащенный STEM-кабинет – это своеобразная лаборатория, которая дает возможность детям изучать предметы естественных наук, такие как математика, биология, химия. При этом проводить опыты и практические занятия в виртуальном режиме. Дети могут разобрать модели, развернуть их, посмотреть с разных сторон. Также дает огромную возможность для учителей для составления анимации и также слайдов презентации. Дети вместе с учителем на моноблоках далее могут также разобрать эти предметы, либо изучить их полностью. Учителя отмечают, что при использовании нового оборудования интерес к уроку повышается. Виртуально ученики могут собрать и разобрать какие-либо предметы, посмотреть строение земной коры, изучить анатомию человека. Для учителя это огромная помощь. Можно сказать, что учитель, когда дает задание, моментально в одно и то же время весь класс может выполнять задание. Это очень полезно для того, чтобы экономить время на уроке. В скором времени STEM-кабинеты появятся еще в 15 школах города. Марина Горбук, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42.